С 22 мая открыт прием заявок на получение субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса по двум направлениям. Первое – это предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам социального предпринимательства. Второе направление – на развитие и создание центров времяпрепровождения детей. Для того, чтобы подать заявку, нужно посмотреть требования, которые изложены в постановлении мэрии 1926 от 27 апреля текущего года. Данное постановление размещено на сайте. Заявитель должен быть зарегистрирован на территории города Череповца, относиться к определенным видам предпринимательства и подать соответствующий пакет документов. Документы можно подать до 22 июня, 424 кабинет мэрии с 8 часов до 17 часов ежедневно.